Всем огромный привет! В сегодняшнем видео вяжем вот такой красивый и простой узор спицами. Вяжется он легко и просто. Раппорт этого узора — количество петель кратно 3, плюс 1 петелька для симметрии и плюс 2 кромочные петли. 2 ряда в высоту всего-навсего, и это у нас с вами лицевая сторона. Так выглядит изнаночная сторона. Я на спице набрала 9 петель, плюс 1 петельку взяла для симметрии и 2 кромочные петли. Вяжем первый ряд. Кромочную петельку в начале ряда мы всегда снимаем, не провязывая. Далее повторяем раппорт. 1 лицевая, 2 следующие петельку пропускаем, вяжем 2-ю петельку лицевой за заднюю стеночку. Теперь вот эту 1-ю петельку также провязываем лицевой за заднюю стеночку. Провязали. Это раппорт этого ряда. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда 1 петелька осталась. Это петелька симметрии. Провязываем ее лицевой. И кромочную петлю всегда в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Первый ряд готов, вяжем второй. Раппорт 2-го ряда. Петельку симметрии провязываем лицевой. Вяжем за заднюю стеночку. Далее повторяем раппорт. 2 изнаночные. Одна лицевая за заднюю стеночку. И так вяжем до конца ряда. 2 изнаночные. Одна лицевая. 2 изнаночные. Одна лицевая в конце ряда. И кромочная изнаночная. Вот мы с вами провязали один раппорт узора в высоту, и далее повторяем с 1 по 2 ряд. Вот такой получается симпатичный узор. Такой узорчик мы с вами еще не вязали. Если вам понравился узор, отзывы напишите в комментариях. На сегодня у меня все. Всем ровных петелек желаю и отличного настроения. Подписывайтесь на мой канал. До новых видео. Всем пока!